Добрый день. Перед нами белая коробочка с надписью Super RS3M. Это кубик от компании Мою, который уже переживает третье поколение. Здесь мы видим комплектацию Maglev BC. Напомню, что были RS3M 2020, RS3M 2021 Maglev, и это, по сути, версия 2022 года. Но название сделали супер и выпустили в трех версиях. Одна называется Magnetic, другая Maglev и третья Ball Core. На картинке видно крестовина в виде шарика. В них разное количество магнитов, 48 в простой версии, 60 версий Maglev, он добавляется по 2 шайбы на каждом центре, и 76 версии Ball Core. У меня максимальный. Постоянные зрители канала знают, что я не очень люблю эту линейку из-за слабых магнитов, и сам бы я покупать такую головку, наверное, бы не стал, хотя интерес проявлял. Но этот кубик мне подарил мой подписчик, который также дарил GAN-12, за что ему спасибо, но обзор будет объективным. Открываем. Здесь встречает коробочка с аксессуарами. Вытряхиваем. Пока эти берем. И кубик впервые в боксе. Бокс такой же, как на старых Мою VRM. Здесь такие элементы, позволяющие сделать из бокса подставку. Уже не раз показывал, повторяться не буду. Он позволяет хранить кубики размера 57 мм или 56, 57 тоже влезет, на полочках, чтобы не пылились. А бокс пригодится. Сам кубик получил новый логотип. Пока отложим и посмотрим, что в коробочке. Здесь какие-то две пластиковые детали, отвертка и две бумажки. Бумажка рассказывает, как настраивать. Можно даже перевернуть, даже есть по-английски. И как пользоваться боксом. На второй бумажке метод для начинающих. По-английски, по-китайски. Ну и всякая справочная информация. Кстати, насчет справочной информации, кому интересно, код товара MF8830. Остальные буковки, циферки здесь написаны на коробочке. С отверткой все понятно. Ключик для настройки и запасная гаечка. Все вроде бы очевидно. Зачем все это? Понятно, что кубик имеет стандартную для этой линейки двойную регулировку. Попробуем его посмотреть. Вот та самая гаечка, которая лежит запасная. И вот этот винтик можно крутить отверткой. Система от серии к серии не меняется. Началась она на 2020 на кубиках VRM. И с тех пор не развивается и лучше не становится. Да, хорошо, что можно дискретно вращать вот эти гаечки. Но все это теряет смысл, как только мы рандомно крутим винт. Конечно, профессионалы легко настроят и на глаз, но большинство приведет, скорее всего, куб в негодное состояние, не сбалансированное. Поэтому на кубиках этой серии я винтиком не пользуюсь принципиально, а вращаю только гайку. И здесь это потребовалось. Ну а с 2020 года система осталась прежней. Как я уже сказал, у кубика есть три версии: Magnetic, Maglev, Ball Core. Начинается самый легкий 79 граммов, следующий 84 и самый тяжелый 90. Но это из-за того, что магнитиков побольше. И да, здесь крестовина в форме шара. На ней установлены дополнительные магниты, как на картинке, и, наверное, от них эффект есть. Вообще, первоначально, когда этот кубик у меня еще лежал и ждал своей очереди, я тестировал GAN-12. Я его иногда брал в руки, делал сборку другую и радовался, ждал, когда же я его начну тестировать, чтобы получить все приятные впечатления, которые показались из коробки. А время пришло, я чуть-чуть покрутил еще, начал смазывать, и кубик потерял всякий контроль. Приятные ощущения испарились, а кубик, ну, имеет недостатки своей серии.
а именно слабые магниты. Ну, слабые для меня. Вероятно, те, кому нравятся старые 2020, 2021 и RSTM, полюбят и Ball Core, он, наверное, все-таки их получше. В принципе, это достаточно приятный куб, но ему не хватает одного – нормальных магнитов. Вращать можно, даже на нем у меня были неплохие результаты. Там сборка секунд за 10 с небольшим получилось, как раз на видео в конце увидите. Но не в удовольствие. Вращаешь его, понимаешь, что да, можно собирать быстро, но чего-то не хватает. Не хватает ему одного, вставить сюда в уголок хотя бы двухступенчатую систему настройки магнитов. Магнит как есть, унылый, и магнит нормальный, который чуть посильнее. Прям чуть-чуть посильнее. Изначально кубик из коробки очень-очень быстрый и малоконтролируемый. Пытаешься его густой смазкой как-то замедлить, дать больше контроля, но этого недостаточно. Получается, пренебречь настройкой не выйдет. И да, я начал экспериментировать с настройкой вот этой шайбы, где 9 щелчков есть разных позиций. Пробовал разные и остановился на двух щелчках против часовой стрелки. Если меньше, контроля совсем мало. Если больше, начинает вакапить. Вероятно, это можно исправить настройкой именно винта. Наверное. Но я не стал, и, возможно, я поступил неправильно. Но, как я говорил уже не раз, мне не нравится эта система настройки. Она не сбалансированная, она недоработанная, она уже морально устарела. Те же ган уже давным-давно ушли от винта, и настройка там только дискретная. В любом положении, ты как случайно отвернулся, не отвернулся, всегда сделаешь настройку на каждой грани одинаковую, а не так на глазок. 5 граней покрутил, одну забыл, тебя кто-то отвлек, потом уже не узнаешь, сколько было, и только как-то интуитивно попробовать это восстановить. Не нравится. Но стоит признать, что кубик оказался интересным. И он найдет своего любителя, наверняка уже нашел, так как вышел уже несколько месяцев как. Кубик сам по себе очень быстрый, отлично режет углы, система Maglev избавляет его от всяких скрипов. Как вот отличить версию 2020 от 2021? Надо покрутить. Если будет где-то скрипящая пружинка, то значит это версия 2020. Как назло, не скрипит. Ну вот эта версия 2021, а здесь вот где-то скрипела, вот она. Скрипит пружинка, значит системы Maglev еще нет. Да, можно купить и Ball Core с красивым логотипом версии Magnetic, где будет также пружина, совсем унылый куб и так далее. Но я не вижу в этом смысла, кубик не такой уж и дорогой, скорее бюджетный. И вот эта вот крестовина в виде шарика, золотого, кстати. Ну и выглядит интересно, как бы новая технология, которая, наверное, отработалась на этом кубике. И следом вышли такие же три версии Huameng YS3, если не ошибаюсь. В названии они еще указывают буковку M. Вроде бы как в дизайне принимал участие Юшинг Ду, когда-то поставивший мировой рекорд по 3x3. Но версии именно такие же. Magnetic, Maglev и Ball Core. И стоит примерно в 1,5 раза дороже. Если максимальная версия в китайских магазинах стоит вот для RSTM $12-13, то версия Huameng уже $18-19. Чуть подороже, но с теми же всякими решениями. Здесь можно видеть вот такие вот рисунки. Если посмотреть, то строение с предыдущим кубиком отличается, но полностью я разбирать не буду, так как вот эта вот шаровая крестовина, она делает кубик настолько крепким, это один из плюсов, что вероятность вылета элементов крайне мала. Да и флипнуть уголок, я не помню, было ли у меня такое, наверное, когда он был по растянутии, может и было. А так за последние сотни сборок, а я сделал их больше 1000, я такого не припомню. Стоит ли покупать такой кубик?
Ну, если вам нравится RS3M, то возможно да. Если вы любите более контролируемых 3 на 3, то наверное не стоит. Быть может, надо обратить внимание на более дорогую версию, не знаю. Ну вот как бюджетка, вполне неплохое решение. Если нужен недорогой современный кубик, без системы Maglev, наверное, покупать не стоит. А вот системы Maglev, в принципе, 2021 был неплохой со слабыми магнитами. И Super RS3M версии Maglev, наверное, будет хорош. Хотя я привык покупать максимальные комплектации, тем более разница в пару долларов. Если же вам просто нужен первый хороший нормальный кубик, для этих целей всегда есть Mi Wong. Я сейчас перед записью видео собрал все 4 кубика. Ну, этот, понятно, он свежий, притертый, и сейчас в руках было, наверное, вращается повеселее. Но вот из этих трех, которые полежали, застыли, приятнее всех вращается Mi Wong. Да, у них у всех логотипчик одинаковый. Форма примерно такая же, размер 56 мм. Вот именно у Mi Wong, он в центре, есть такая вот окружность на центральной крышечке. Видно, наверное, будет там, где нет логотипчика, как у Ганов, кружок. Так можно легко определить Mi Wong. Ну и на центрах нет вот этих вот уголков, которые виднеются у RS3M. Ну, здесь на Bullcore похожее строение. Ну, здесь зато добавили сеточку. А центр уже такой восьмиугольный стал. Если посмотреть вот на цветной. В общем, кубик, конечно, неплохой, но покупать его стоит только тем, кому нравятся кубы со слабыми магнитами или кто хочет потестировать новую крестовину. Эффект от нее есть, но своих недостатков кубик не лишился. Магниты слабоваты, и это чувствуется, в сравнении с другими кубами проигрывают. Но своего ценителя он, конечно, найдет. И в комментариях мне много недовольных напишут, что я ничего не понимаю, это лучший куб на свете. Ваше право, ваше мнение, мое мнение такое. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.